Здорово, народ! Сибиряк 007 с вами. Вот мы снова на большой воде. Предыдущие мои выезды пока что не увенчались успехом. Попытка номер 4 поймать что-нибудь хорошее. Сегодня у меня в напарниках Анатолий. Это человек, представитель компании Аквилон или Алькор, как правильно? Аквилон. Все еще Аквилон, да, но лодки... Лодки уже Алькор, собственно, он... Один из тех, кто эти лодки разрабатывает, в том числе тестирует и так далее. Вот сегодня выехал со мной на воду. Я ему хочу помочь настроить его прибор. У него такой же, как у меня, Garmin и Hamap. А он мне поможет здесь настроить высоту мотора и так далее, чтобы лодка шла максимально хорошо. Ну и, конечно, порыбачить надо, что-нибудь поймать. Обязательно. День добрый всем. Пробуем. Кренки. Если он дотянется еще, этот крэнк. Воблер поставил. Угу. А мне ненадолго хватает. Три заброса, не клюет, я его снимаю и ловлю джигом. Не, ну джиг это все-таки, как ни крути, номер один. Но бывают ситуации, когда воблер джиг переигрывает. Бывали, да, у меня такие ситуации. Причем интересно, как-то были в Кыргызске, вот. До обеда, значит, с напарником вышли, он джигует, я воблером, вот. На закусках тоже так. Угу. До обеда я его обыгрываю воблерами, он практически ничего не ловит, вот. Зато после обеда он уделывает меня джигом. Вот. Ну да, то есть правильнее всего иметь с собой те и другие приманки. Странная закономерность. У судака метаболизм в 6 раз быстрее, чем у щуки. Но почему-то ловим мы чаще щуку, чем судака. Вот. Да. Доел. И кто это у нас? Черпатак. Ага. Черпанем. Какой-то рыб плывет. В смысле, и здесь щука, что ли? Вот это номер. Так. Ну, давай сейчас я ее здесь уже. Фух. Ну что, поздравляю. Ура. Четвертая рыбалка. Я ушел от нуля. Ю-ху. Не все потеряно. Я на что-то еще гожусь. Вот так вот. Вместо судака... У нас вот такой вот щупачок около килошный. Что с тобой делать? Вот такой вот щученыш, где-то, наверное, около килограммчика, может, чуть-чуть поменьше даже. Иди с миром. Ну что, ребят, у меня даже как-то особой эмоций нету. Я поймал сегодня первую рыбу. Так, на воде мы с 7 утра. Время сейчас 2 часа дня. Вот я и думаю, это то ли я лошара, то ли с рыбой так все плохо. Вот. Ну как бы и в округе-то я видел одну щучку вот у второй лодки, которая с нами ходит и рыбачит. И одну щучку мы видели у троллингиста. В общем-то, вся рыба больше ничего. И вот у меня был сход на поролон, утром поклевка с перегрузом. Сейчас подошли. Ну, место такое интересное, тут струя пьет в берег, тут лежат коряги, а за вот этим вот отбойником дальше еще ниже яма 5-метровая. Вообще, как бы я здесь больше на судака был ориентирован, но клюнула щучка. Выручил шакаловский Rhythm Wave 3.8. Хороший брахвостик. Была рыбалка, когда он реально мне ее сделал. Ну, посмотрим, может быть, это сегодня его не последний трофей. Хамакурур, хамакурур. О, давай. Вот он. Есть. Есть. Доловил все-таки ты ее. Да. Я же говорил, ты на пути к успеху. Да. На какой-нибудь борт. Ну, вот сюда вот. О, сошла. Да что ж ты за рыба-то такая бессовестная. Даже ну, не посмотрели, что? Не, я ее видел. Видел, ну такая в районе килограмма полутора. Ну, ну это... понятно. Ну, а видишь, траекторию заброса изменили, стали с другой стороны, и все, повелась.
А оттуда все зашкерилось, типа, поняла. Саня, прикол. Это не рыба коряга, это рыба с***. По-другому я ее назвать не могу. Да-да-да. Ох, ветрище, ветродуй. Как-то странно, не такая уж страшная течка, 16 грамм пробивает спокойно. Такое ощущение, что ее сверху разгоняет, а внизу она, ну, обычное течение. Ветром вверху разгоняет просто. Вот она. Клевка. Четенькая. И какая-то рыбеха у нас на крючке. Из коряк. Судачок, походу. Ага. Судачишка. Да нет, он молодежь совсем. Его любимые места, коряшки. Оба. Ну да, так-то. Зачетный, по всем нормам допустимый судачок. Меня сейчас доча очень сильно полюбила суп рыбный. Вот, из окуня и судачка тоже нравится. Вот это как раз проходной 33 сантиметра. Клыкастик. Такс. По идее, не должен один стоять. Ну да. Я же говорю, какую-то там рыбку видел, стоит в этом, в коряшках. Может, еще что есть? Хочет! Куда ж ты денешься? Щелкнул. Походу судачок. Походу побольше. Дай сачок. Сейчас мы его припаркуем. Во, тут потяжелее чуть-чуть. Ну что, ребят, начало понемножку дело получаться. Еще один вот такой вот клыкастик порадовал поклевкой. Скушал зеленую поролонку от лидера. Да, я думаю, поставлю поролоночку на офсетном крючке. Мне вот как раз Ваня из лидера говорил, типа, что на офсетном крючке они лучше, ну, по судаку, типа, лучше просекают. Ну вот, заказывали судака на судачу поролонку нате. Ну как судака? Судачишка, но вполне приятный такой едовой размерчик для своей дочери, я ей на уху насобираю. А щуки эти, ну и ладно, другой раз их поймаю. Здесь только плохо, что поперек бросать. Здесь бы вот надо было прям в самый, наверное, куст в идеале вставать. Потому что... Да, я... О, так это рыба, что ли? Это рыба. Прям с берега. С первого заброса. Я думал, я что-то мусор какой-то поймал. А там щука носится. Ну... Вот она. Да я ее возьму сейчас сам. Ты что такая буйная? От экспириенса не уйдешь. Он слишком хорошо отрабатывает рыбу. Ой. Парусит. Оп. Все, иди ты сюда, господи. Ага. Маманька. Крокодил. Поролончик. Да что ты буйная-то такая? Ты себя, короче, плохо вела, поэтому не буду тебя забирать на котлеты. Иди отсюда. Здорово, народ! Сибиряк 007 с вами. Прошлая рыбалка
Ну, не сказать, что была сильно удачной, хотя на фоне общих уловов мы поймали все-таки хоть что-то. Вот, очень было много народу. Сегодня людей поменьше, ну, благо мне получилось выбраться в будний день сегодня на рыбалку. Как видели, купила себе еще и прицеп для лодки. Собственно, именно из-за прицепа я решил лодку эту увеличить. Сборы лодки в том году меня очень умотали, я решил, что с этим нужно что-то делать. Вариант был какой, купить прицеп, но раз беру прицеп, то вот решил и лодку поэтому поменять с размера 360 на 430, чтобы здесь было много места, просторно, вдвоем комфортно, у одного здесь вообще хоть спать ложись. Вот, а прицеп взял курганский, как видели, самосвальный, то есть пополам ломается, и с него можно скинуть лодку буквально в любой луже, можно даже в воду, в принципе, не заезжать. Также и поднять лодку можно, ну, можно сказать, прям с суши. Вот. Доволен ли я? Безумно доволен. То есть особенно это дикий комфорт при сборах в одного. В общем-то и вдвоем тоже все получается гораздо легче. Ты намного меньше устаешь на рыбалке. Это реально классно. Вот. Кому интересно, прицеп я покупал в Новосибирске у нас. Ну, это для местных будет актуальная информация. Магазин или сервис-центр, правильно, механика. Сервис-центр, потому что они там, помимо того, что продают прицепы, у них еще продаются квадроциклы, лодки, моторы, они устанавливают фаркопы, то есть, ну, такой немаленький сервис плюс продажа прицепов. Вот. Про этот сервис я узнал от своего друга, от Жени. Он себе тоже покупал там два прицепа, себе и другу. Ну, собственно, я по той же наводке сходил в тот сервис в плане оказание услуг без вопросов. Ребята, ну, делают все очень хорошо. Все объяснили, все показали, все разжевали мне как чайнику в плане пользования прицепов. Вот, ничего лишнего не втюхали, только самое нужное продали прицеп там и специальный замочек, чтобы можно было фиксировать ручку прицепа. Вот. Кому нужны контакты, оставлю в описании под видео. Ну а сам, пожалуй, начну ловлю. Хватит уже трындеть, хвастаться прицепом. Не, прицеп — это реально кайф. Я просто вообще, это другой комфорт рыбалки. Ты думаешь не о том, как тебе нужно будет разбираться, собираться 10 раз за день, а просто приехал, скинул лодку, ну, подкачал баллоны и все, и поехал. Ну, мотор одел. Мотор я пока не вожу на прицепе, на трансе. Что-то как-то боюсь, наверное. Ох ты, блин! Это не коряга! Ребята, это не коряга! Как я подумал сначала, просто уперся. Это что-то... Ого! Это что-то очень... хорошее. Очень крупная рыба. Это очень, очень, очень крупная рыба. Страшно даже представить, насколько. Ушечки. Поклевки не было. Я просто медленно вдоль дна тянул виброхвост. Это шакаловский ритм вейв. И потом раз и уперся в что-то. Думал, зацепил корягу, а коряга оказывается с зубами и плавает там по своим нуждам. Мама дорогая, все поджилки трясутся. Фух. Это очень большая рыба. Давай экспириенс. Ты ж фартовый спиннинг, ты у меня... Мама дорогая. Это звездец, какая большая. Это крокодил. Это огромная щука. Это огромная щука, ребята. Ё-моё. Ох. Ого-гошечки, гугушечки, гугух.
Не волнуйся, Вася, все будет хорошо. Ты справишься. Спиннинг у тебя хороший, леска крепкая. Как же колотит-то, а? Ё-моё. Так. Под лодку залезла. Она, о, ёлки-палки, она вообще делает, что хочет, называется. Течение сильное достаточно. Размер у рыбы большой. Я так понял, она не собирается сдаваться просто так. Ого! Экспириенс-то как отрабатывает, а? Давай, эксп. Еще одну отметочку с крокодилом на твой счет, а? Ё-моё, куда ты? Только не говори, что ты зацепилась за винт. Сидит, зараза, с краешку. Куда он пойдет? Маляха-муха. Нет. Нет. Так не получится. Да уж. Мне бы сейчас напарник-то не помешал. Монстра завести. Иди сюда. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Да, ребята! Она наша! Она наша! Фу! Фу! Посиди там маленько. Ну что, новая лодочка? Замораемся крокодилом. Перный бобой. Очуметь. Очуметь, ребятка. Это 430-я лодка. А это... Это очуметь. И она, если... Я не знаю, она, если даже не больше, чем та, которую я в том году ловил. Она просто огромная. А я еще утром, думаю, батарейка села на весах, думаю, блин, так лень ее менять. Да что, все равно ничего не ловилось, не клевало, рыбы нету, нафиг эту батарейку. Думаю, нет. А вдруг крокодил? И весы мне с собой сегодня. Так, все, весы по нулям. Взвешиваем. Фу. Ребята, 12200 вместе с подсаком. Подсак весит 400 грамм. 11800. 11800. 11800. Обалдеть. Одиннадцать восемьсот вес взят. Обалдеть. Три рыбалки мимо, одна рыбалка очень плохая. И вот, наконец-то, огромная рыба. Огромная, огромная зубастая щука на 11800, ребята. Фух. Она не такая уж длинная, но толщина ее просто зашкаливает. Ее реально держать тяжело, и вот так вот на камеру хорошо видно. О, как будто зацепился за корягу, а потом коряга ожила. Фу. Не надо пальцы резать.
еще один кадр на память. Фотографа нету, поэтому все на видео. Ну все, супер, красотка. Обалдеть, какая рыбина, ребята, я просто вообще в шоке. Эмоции просто зашкаливают, не знаю, слышно там меня или нет. Не хочет она пока что разворачиваться, уходить, поэтому пока я ее, скорее всего, подержу в подсаке, пусть поплавает. Вот. Оживет, значит, отпущу. Не оживет, значит, будет котлетой. Пока что лежим кверх брюхом. Наверное, ей просто нужно прийти в себя. Че, народ, видите щуку? И я не вижу. Подсак вот он, пустой. Где она? Правильно, она у себя дома. Пока я мыл лодку, получилось очень забавно. Щука решила не дожидаться, пока я опять с ней буду возиться. Видимо, ей надоело, что я ее там трогаю, обнимаю, глажу. И ушла домой сама. Вот, каким-то образом она аккуратненько вывернулась из-под сака, и я только увидел, как она вот вышла и пошла по поверхности. Потом я завел мотор, думал ее подъехать, поймать, ну, мало ли унесет, там, погибнет она, не погибнет, вот. А только я завел мотор, смотрю, бульк, и пошла домой, нырнула. То есть, еще один мой трофей пойман, зафиксирован и отпущен домой. Попался он на такую вот приманку. Так вот поближе я покажу. Как видите, это черный виброхвост размером 5 дюймов. Это от Jekyll резина Rhythm Wave на джиг-головке 16 граммов. Вот, стою я сейчас на широком поливе. Вот, что такое полив? То есть это, ну, в принципе, там плюс-минус равномерная глубина от 4 до 7 метров, умеренное течение. На дне есть рельеф, вот такие вот барханы, закоски, за которыми кое-где стоят стайки бели. Вот по эхолоту я одну из стаек белек нашел и встал, решил возле нее покидать. Собственно, время-то уже... Сколько уже время? Ох, время 11:40, то есть поймал я ее, пускай, полчаса назад, часов в 11 утра. Примерно, вот, а ловлю-то получается с где-то с 7, и это была моя первая сегодня поклевка. Ну, это тот случай, когда, честно сказать, я, наверное, уже нарыбачился, потому что эмоции просто вообще вагон. Ой. И в очередной раз мой любимый лодочный джиговый спиннинг меня не подвел, это Nord Stream Experience до 52 граммов. Это мало того, что классная палка, так она еще у меня и фартовая. В том году 3 рекорда, и в этом году, ну, не рекорд, но около того. То есть щука на 12, это, извините меня, незаурядное событие. 4000-ная катушка здесь в комплекте, и плетенку намотал 1.2, фаворит X1. Вот, эта плетенка соответствует санлайну 1.2, то есть она в меру толстая, не слишком парусит на течении, и с ней комфортно ловить и достаточно прочности, чтобы сдюжить вот такого вот монстра. Ух, ребят, эмоции просто переполняют. Ну, вы поняли. Кому не жалко, ставим лайки, пишем комментарии, вообще, вот, я всех люблю.